Мой ангел-хранитель думает, что это моя душа, потому что со мной был случай, я упал со второго этажа и выжил. Мне в больнице сказали то, что я был в шоке. Когда мне плохо, я обращаюсь к маме. Я не знаю, то ли у меня есть ангел-хранитель, то ли у меня его нету. Мне очень плохо. Я думаю, то, что у меня нет ангела-хранителя, потому что меня все время обижают и обзывают. Да, друг. Его зовут Коля. Мы с ним с самого детства. Он мне всегда помогает там в трудные минуты. Ну и выручает меня всегда. И всюду. Ну вот, например, вчера у меня сломался мотоцикл. Мы с ним, как бы он сходил до него, он мне помог все сделать. И я ему помогаю всегда. Ну, много случаев таких. У меня есть ангел, который меня бережет. Он спасает, в трудную минуту помогает. Он приходит во сне, он маленький, беленький. Ну вот в трудную минуту, допустим, было плохо, он меня спас. Потом легче становится. Ангел, это он может везде быть, он даже может быть среди нас. Это как бы обожествленный человек, которого не видно, но он все равно существует. Не знаю, есть ли у кого свой ангел, но у меня есть свой. Когда вот чувствую, что выхода нет и уже некуда идти, помогает он когда? Когда в молитве он помогает. Я не знаю, есть у меня или ангел. По-всякому бывает. Бывает и поможет. Я считаю, ангел может назвать ему бабушку. Она и сейчас много чего делает, и раньше много чего делала.